Краснодар, передача во фланг, Торпинский, расстрел, удар, Мамаев выручает свою команду Городов, но продолжается атака хозяев. А мы смотрим повтор самого опасного момента в этом матче. Эта передача была Торпинского, и подправлял здесь Мамаев. Здорово, очень здорово. В касание, точно в створ отправлял мяч Павел Мамаев. Есть смысл оценить еще и реакцию Гордова, который сейчас на самом деле выручил свою команду. Да, потому что прямо перед ним Мамаев возник, ну а дальше вот... Хорош, вот сейчас он получает мяч. Ну и фамилия у него достойная для человека, который играет в Грозный. Это как талисман команды. И вот смотри, эта гроза что делает. Прострел, удар. Очень вовремя. Кто это? Страндберг? Это Грандли. Очень вовремя успевает стелиться в полклуба. Смотрим еще раз. Просочился буквально. Между Страндбергом и Петровым. Да. Ну а дальше Гранквиста. В пятку причем попал. Гранквист, по сути, уже отвернулся от этого мяча. Возможно, дабы не сыграть рукой. Да, и мы видим, что мяч угодил в конце концов в пятку. Но нельзя так, конечно, Грозаву просто так пропускать. Это пята отнюдь не ахиллесова пята у капитана Краснодара. Вырвал. Ари. Заброс в штрафную площадь. Но это фирменная игра Краснодара пошла через... И не решится, то мы увидим Сирию в пенальти. Золотые и серебряные голы – это уже не про нынешние футбольные правила. Они не против. Идет вперед. Они не в тренде. Да, и мы видим, что мяч... Ух, свои ворота! Мяч едва-едва не переправляют защитники Краснодара. И коллектив очень опасно играли футболисты Терека. Да, мяч Страндбергу в ногу попал, тот едва сейчас участь стандартов в своей команде. Перейра бьет! Ух, очень показалось похоже на пронаблюдать, однако же мяч в створ ворот не зашел. Но все-таки там чуть-чуть мяч был поближе к центру и был прямой удар в девятку. И был выше, да. Здесь через те считают, что есть смысл доверить тем футболистам, которые... У него в игре, и одного Мбенга будет достаточно. Опасно, Смолов перебрасывал в дальний угол, и очень жестко сыграл Павел Мамаев в борьбе с Городом. Хоть карточку. Разрядил слегка обстановку, а тем временем что, завершился первый дополнительный тайм? Похоже, что да. Похоже, что да. Призывает Кирилл Левников. Ну, кстати, Мамаев-то играл очень грубо, потому что Сковато мы играл, помним, конечно, как верит он в такой же ситуации. Игроков Краснодара в штрафной, подача! Ари! Состав, не исключено, что приносит Краснодару победу. Перевисел он в воздухе Андрея Семенова и уложил мяч точно в угол ворот. Около 4 минут остается до окончания основного времени. И что?